Сегодня глава администрации Химок Владимир Слепцов провел инспекционный выезд по строящимся детским садам. Совместно с управлением капитального строительства и самими застройщиками проверялись сроки исполнения заказов и качество работ. Первым осмотрели, как идет строительство пристройки к уже существующему детскому саду номер 49 в микрорайоне Подрезково. Новая пристройка рассчитана на 190 малышей. Сейчас из-за строительных работ учреждения закрыты. Дети временно размещены в других детских садах. Сроки должны быть выдержаны, напомнил Владимир Слепцов. Вот сейчас поставьте, а точно ли справитесь? И никого не слушайте, ни бабушек, ни дедушек, ладно? То есть вы садитесь и сами определяйте приоритеты. 7 раз отметьте. Детский сад в Подрезково должен быть введен в эксплуатацию уже осенью этого года. Строительство дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Городской квартал» начинали с нуля. Здесь будет современное, удобное здание с бассейном и просторными игровыми. На каком этапе сейчас? Покажите. Февраль. Февраль месяц, вот у нас монтаж водопровода прошел. Водопровод сделан, внутрянка электрика сделана, отопление уже работает, внутри тепло. Дома квартала уже вводятся в строй. Район отдаленный, поэтому детское учреждение здесь жизненно необходимо. Из-за неустойчивой погоды пока отстают от графика только фасадные работы. Планируется к вводу май месяц. Значит, работы сейчас ведутся активно по системам. По внутренним системам, по фасаду, вы видите, тут тепляки поставлены. Значит, ведется планировочный, выполнен планировочный работ по благоустройству. Ну, зимний период не позволяет нам сделать их качественно. Ну, по месяцу планируем завести все работы и сдать объект в эксплуатацию. Надо отметить, что этот детский сад на 120 малышей – первый из трех дошкольных учреждений, которые обещает ввести застройщик в новом микрорайоне.